В апреле начинается второй этап строительства забора на латвийско-белорусской границе, который закроет линию в 63,9 километра. Забор начнут строить, когда почва станет твердой и техника сможет работать в болотистой местности. Вместе с забором построят и пограничную инфраструктуру. В целом проект предполагает строительство 173-километровой латвийско-белорусской пограничной полосы. По данным СМИ, первая очередь строительства забора протяженностью 85,9 километра будет завершена к началу осени этого года, а вторая и третья очередь – к концу 2024 года.